каждый гражданин в меру своих сил должен делать что-то полезное для общества. Просто так, потому что это нормально, потому что мы люди, потому что, ну, наше субъективное мнение таково, что нужно жить по-человечески, нужно жить как одна большая семья. Да, это трудно, да, много проблем, все мы прекрасно это знаем, но если мы не будем предпринимать попыток к этому, то мы никогда не достигнем, скажем так, тех взаимоотношений, которые можем достигнуть. А если поинтересоваться историей, вот в позапрошлом году мы читали здесь лекцию «Общество доброты» и приводили примеры в истории, когда люди в больших количествах жили как одна семья, без религиозных структур, без административных структур, то есть просто по-человечески. Это возможно. Если захотите в эту тему, тоже сможем углубиться. То, что мы рассказываем здесь, это те знания, которые мы, скажем так, откопали сами, с которыми мы столкнулись, то, что мы нашли. Мы там не претендуем, что истина только у нас, и мы тут самые правы. Нет, истина, она одна на всех. И мы, как и любые люди, можем ошибаться, поэтому мы с большим удовольствием будем встречать абсолютно любую критику и как бы вместе это все дело обсуждать.